Владивосток, 31 июля 2023 года. Бухта Золотой Рог. Вчера был день ВМФ, и в бухте Золотой Рог стояли военные корабли в парадном строю, но сейчас осталась одна подводная лодка. Сегодня во Владивостоке ясная, жаркая погода. Под мостом стоит учебное парусное судно. В центре кадра сейчас видна крыша цирка. Внизу по дороге снуют туда-сюда автомобили. Это проспект Красоты. Виднеется стройка музейно-театрального комплекса на сопке «Орлиное гнездо».
Русский мост, мост на русский остров. Сопка Бурачка. Здесь еще сохранились частные дома. И вот такие вот высотки современные стоят рядом. Гаражи. Вроде как коттеджи всякие здесь. А, улица Грибоедова, вот на заборе написано 44. Здесь коттеджи. Вот еще
недостроенный дом такой вот. Наверное, какие-то офисы здесь еще, частные территории. Улица Тургенева, 8, вот это дом. Домик какой-то такой. А, это одни стены, похоже. Вон там с деревянными еще окнами. Какой-то распиленный такой дом. Распиленный дом пополам. Петухи орут. И вот такой вот вид. Там виднеется бухта Золотой Рог. Петухи орут, блин. В центре города почти. Ну, в центре, считай. Петухи орут. Там сопка Орлиное гнездо, вот за этим домом. Здесь вот этот недострой. Там фуникулер в ту сторону. Улица Фанвизина, дом 19. Хозяин, видимо, моет машину, вода льется. Сохранились вот такие еще почтовые ящики. Старый дом какой-то.
такая растет здесь. Старый кирпичный дом здесь такой. Дорожная техника стоит, недавно здесь асфальт уложили. Фанвизина 8. Адрес здесь. Сопка «Орлиное гнездо». «Ты мой космос». На подпорной стенке написано.
мотоцикл, наверное, у парня сломался. На этой подпорной стене есть интересные рисунки. Правда, некоторые из них уже испорчены. Есть такой комикс о Невельском. Вот такие там рисунки в том комиксе. Здесь что-то на японские мотивы. Железнодорожный вокзал города Владивостока изображен. Судно, которое пришло с Японии, с машинами. Чифань – это местная китайская еда, популярная. Ну, вот такое уличное творчество на подпорных стенках Владивостока.
Ну и, конечно же, вечерние владивостокские пробки. Сопка Орлиное гнездо, Владивостокский государственный университет вон там виден. Раньше он назывался ВГУЭС. В том направлении инструментальный завод, медицинский университет. А там тысяча мелочей, дальше третья рабочая в том направлении.